пишет Стеценко Яна. Здравствуйте, Яна. Год назад мне накрутили волосы плойкой. Я так думаю, мне их перепалили. После того они начали выпадать, становиться тусклыми, не блестящими. Густота ушла, редкие стали, даже длина изменилась. Я целый год даже больше делала разные маски дома. Что скажу, немного лучше стало, но вернуть свои прежние волосы не могу. Помогите, пожалуйста. Так, ну, Яночка, я хочу сказать вам, что я, ну, не знаю, на что вас крутили и при каких обстоятельствах, каких это условиях было, но я точно вам скажу, что после одной накрутки волосы не могут настолько испортиться. Я вам говорю как человек, который, во-первых, свои волосы я очень много кручу, очень много выравниваю, и они действительно от этого портятся. Но ни в коем случае после одной накрутки волосы не могут настолько испортиться. Вы просто подумайте, понимаете, мы часто забываем какие-то остальные факторы. Мы помним, что, о, мне накрутили волосы, точно из-за этого вот испортят. Вот бессовестно это парикмахер, негодяйка, та-та-та. Вы вспомните, может быть, у вас в этот период был какой-то стресс, вы пережили. На самом-то деле, выпадение волос, зубы становятся хуже, ногти слоятся. Это все больше из-за нашего стресса, из-за нас, и нашего способа жизни. Вы подумайте, может, у вас был какой-то стресс. Может быть, вы тогда сидели на диете, и это тоже могло повлиять на то, что ваши волосы стали немножечко хуже, начали выпадать, у них какая-то тусклость появилась, вам не хватало каких-то элементов вашему организму. Поэтому ни в коем случае вы не думайте, что это после этой накрутки, это, скорее всего, связано с какими-то переменами в вашей жизни. Вы подумайте, что тогда у вас произошло, и исправьте это. Если вы, может быть, стали как-то по-другому питаться, пересмотрите свой рацион, пересмотрите свое питание. Иногда мы еще забываем о таких мелочах, как просто элементарно витамины. Пойдите, сходите витамины, может быть, вы давно не пили, или, может, действительно, у вас какой-то график на работе сложный, вы не досыпали. Это, поверьте мне, гораздо больше сказывается на ваших волосах, на внешнем виде, чем одна накрутка на плойку. Удачи вам!